Привет, друзья и гости моего канала. Сегодня у меня печенье. Не просто печенье, а постное печенье. Очень ароматное по рецепту блогера. Готовим с Эллой Ивановной. Мама Элла. По ее рецепту я приготовила вот такое вот вкуснющее. Ароматное печенье. Кто хочет знать, как я его готовила, оставайтесь на канале и смотрите видео до конца. Итак, пошли готовить. Сто пятьдесят граммов овсяных хлопьев перебиваем в блендере. Высыпаем в мисочку. Добавляю 230 граммов варенья. У меня мятное варенье из мяты. Добавляем щепотку соли. Добавляем ванильный сахар 10 грамм. 30 грамм растительного масла. Десять грамм разрыхлителя. И 150 граммов муки. Предварительно просеянной, чтобы она насытилась кислородом. На противень кладем пергамент, немножечко, буквально ложку растительного масла, размазываем пергамент этот, смазываем и формируем шарики. И ставим в духовку на 10-12 минут при температуре 170 градусов. Вилочкой нажимаем и делаем вот такую вот форму. А еще капнем красителем. Пищевым красителем. Шутка. Готово. Ставим в духовочку. Сверху я кладу шоколад с орешками. Он сейчас растанет, он сейчас еще в духовочке печенье, еще пару минут. И буду вытаскивать. Печенье я достала из духовочки и даю ему остыть. А сверху еще на шоколад посыпем кокосовой стружкой. Ну вот такое вот чудесненькое. Печенюшки получились. Сейчас остынет и будем пробовать. Переложила уже на тарелочку. И вот такое вот печенечко красивенькое. А представляете, сколько здесь ароматов? Сколько я сейчас вдыхаю ароматов? Мятное, варенье, кокос, шоколад, ваниль. Вы не представляете, какой букет ароматный сейчас я вдыхаю на кухне. Печенье просто прелесть. Оно настолько вкусное, настолько ароматное, настолько мягкое, нежное, великолепное печенье. Это просто прелесть. Всем приятного аппетита! Пока-пока!